Годовой товарооборот России и Ирака приблизился к 2 миллиардам долларов. Об этом сегодня сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин по итогам заседания совместной российско-иракской межправительственной комиссии. Оно стало первым за долгие годы. Со стороны Багдада участвовал министр иностранных дел Аль-Джафари. Как подтвердили представители обеих сторон, наши государства готовы и заинтересованы в дальнейшем развитии отношений, причем в самых разных сферах. И, как отметил Рогозин, двигаться есть куда. Самый удачный момент сегодня для взаимодействия между Ираком и Россией. Ирак заинтересован в диверсификации экономики, он заинтересован в развитии промышленности, а Российская Федерация, имеющая огромный опыт работы в Ираке еще с советских времен, сегодня имеет огромные экспортные преимущества по сравнению с нашими западными партнерами.